Евгений Михайлович, с победой. Результат устроила? Устроила ли игра? Спасибо. Но результат устроил, но не устраивает опять реализация. То есть создаем очень много моментов, создали в этих двух играх. Вот, но забили сегодня всего две шайбы, хотя по моментам соперника переиграли там в разы. Ну вот эта проблема у нас в предсезонке, она остается, надо над ней работать. То есть что мы будем сейчас делать? Почему развели тройку Жирнова? Да не развели, просто немножко после игры с крыльями решили, скажем так, состав немножко перетряхнуть, чтобы появились новые эмоции у ребят. Вот. Ну, сработало, в принципе, я считаю, по большому счету. С трибун, по крайней мере, было ощущение, что команда немножко подсела в третьем периоде, что вчера, что сегодня. У вас было так? Нет, ну, мы два периода держали высокий темп, и вчера, и сегодня. То есть, понятное дело, что третий период уже усталость накопилась у ребят. Не забывайте, что мы сегодня очень много в меньшинстве сыграли в первом периоде. Очень много сил отнимает, на самом деле. Поэтому немножко в третьем периоде. Я не скажу, что соперник не подсел. Соперник тоже не так хорошо двигался. То есть, раз мы его смогли перекрыть, то примерно играли в один хоккей в третьем периоде. Вот сегодня даже лучше, чем вчера мы сыграли в третьем периоде, я считаю. Четыре игры подряд, четвертая игра уже, поэтому тяжелая концовка. Что с прицелом у ребят случилось в конце игры, когда там, по-моему, три момента пустые ворота? Вот спросим завтра, что у них случилось с прицелом.